По итогам контрольного взвешивания номинантами этой недели стали Андросова Анна, шаг вперед, Доля Михаил и Шахназарян Светлана. Ведь именно им нужно проявить упорство среди всех участников битвы за иммунитет. Вам предстоит прыжки на скакалках, то есть выбывает первый тот, кто прерывает ход скакалки. Прыгаем все вместе, дружно, выигрывает тот, кто дольше всего продержится в прыжках. Екатерина, ну вручай тебе снова этот иммунитет, уже повторно. Держи. Спасибо. Он твой. Спасибо. Почему ты не отдаешь нуждающимся, скажи? Ну, не могу я не бороться. Вот не могу. Папа учил бороться до конца. Вот люблю папочку, борюсь до конца. Такая бойкая у нас девушка вообще, просто мечта. Не повезло тебе, ты в номинации впервые. Как так произошло? Даже... Затрудняюсь ответить на самом деле, как произошло. В принципе, диету соблюдаю, тренировками занимаюсь. Сбросив за течение месяца, ну, где-то порядка 10 килограммов, я считаю, это уже хороший результат, как минимум, которым останавливаться нельзя. Что касается сегодняшнего испытания, соответственно, и реально считал, что я победил. Но Катя оказалась опять впереди, молодец. Я ее даже не слышал, вот честно скажу, как раз Андросова с нами прыгала. Смотрю, она остановилась. Запнулась, и мне говорят: Миша, я думаю, я уже все победил, и поэтому остановился. Да, вот, ты прям голову повернул так. К сожалению, да, ну бывает, ничего страшного, будем надеяться, то, что за меня проголосуют люди. Анна, вы в номинации, почему так произошло? Потому что водичку попила перед взвешиванием. Это вам не отмазывайтесь. Да хорош, у меня на 100 грамм разница. Да, на 100 грамм? На 100 грамм. Было бы на 100 грамм меньше, я бы не была в номинации. Почему не боролись? Как надо было, побить кого-то или... Раньше сдались. Сил не хватило. Все-таки силюшек богатырских не хватает. Не хватает, да. Вес большой. На что вы будете рассчитывать теперь? Милосердие Кати? Голос зрителя? Голос зрителя, наверное. Светлана, вы уже дважды в номинации. Почему так произошло и что вы готовы сделать для того, чтобы остаться в проекте? Так получилось, что я второй раз попала. Наверное, это уже будет прям решающе. Да. Ну, а вдруг опять не повезет? Буду просить своих друзей, чтобы проголосовали за меня. Но если так суждено, чтобы Катя второй раз дала мне иммунитет, значит, так и будет. Я на все надеюсь и на Бога. А на свое упорство? Ну вот, я не дотянула чуть-чуть, всего лишь прыгала, вроде бы хорошо, но не дотянула немного. Я очень хочу остаться на проекте до конца, даже если не какой-то призовой, но вот до конца я хочу остаться. Потому что для меня это очень важно.